араб. Это просто объедение, с ним так хочется любить, им так хочется дышать. Можно тратить кислород и дарить на день рождения, и в бутылочках хранить, если грамотно сжижать. Натуральный кислород, он вкуснее всего на свете, он безвреднее, чем кефир, и полезнее конфет. Натуральный кислород нужен всем, кто на диете, в нем полстолечка жиров, а калорий вовсе нет. Приэльбрусские высоты, вологодские луга, новгородские болота и альпийские луга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет первоклассный кислород. Натуральный кислород сделан Made in природа. Это фирменный продукт, а не грубый суррогат. Натуральный кислород состоит из кислорода. Кто не верит, тем Минздрав выдает сертификат. Выдает сертификат, что они больны душевно и рассматривают жизнь как-то задом наперед. Что в таком вот, как у них, состоянии плачевном нужен свежий кислород. Ну почти как кислород. Гималайские высоты, уссурийская тайга, амазонские болота и альпийские луга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет первоклассный кислород. Покупайте кислород и не думайте превратно, этот бизнес никому не приносит барышей. Покупайте кислород совершенно за бесплатно, за красивые глаза и улыбку до ушей. Поднебесные высоты, непролазная тайга, крокодильские болота, васильковые луга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет первоклассный кислород. Приэльбрусские высоты, вологодские луга, новгородские болота и сибирская тайга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет первоклассный кислород.